Приветствую, друзья! Сегодня в такой спокойной обстановочке хотел с вами поговорить о таком действии, как самоопределение. Многие, особенно кто вообще впервые слышит это понятие, не понимают смысла этого слова. Начнем с того, как в старину называли люди друг друга. Даже если судить по старинным фильмам, там обращаются примерно так, как «Эй, Иван!». Если это простые люди, равные, так скажем, по своему статусу. Или если какой-то барин спрашивает, кто ты такой, чьих будешь. То есть раньше не упоминались какие-либо вторые имена типа отчества. Потом с приходом частного капитала, буржуев различного типа, банкиров, возникла необходимость как-то составить списки. Списки проживавших тогда людей. И постепенно ввели такое понятие, как отчество. Ну, типа сегодняшней переписи населения. Кто-то спрашивал, чем дышать. Все небо затянуто. Небо затянуто, конечно, но надо держаться ближе к деревцам, к хвойным. Хвойные все это абсорбируют, всю эту заразу, дрянь. Вот речечка. Ну вот, про списки. А когда списки составили, то провернули еще один трюк. Растождествили самих людей с записями на той самой бумаге. И для их бухгалтерии та запись на бумаге не является одним и тем же, что и сам человек. Но людей, в свою очередь, они еще раз заморочили и заставили думать, что люди – это та запись. То есть создали двойной стандарт. Люди думают, что они ФИО, фамилия, имя, отчество. А сама бухгалтерия так не думает. Она думает, что люди – это одно, а запись – это другое. Поэтому с двух противоположных сторон понять никто никого не может. Вернее сказать, бухгалтерия это все понимает, а человек, когда приходит и говорит «я ФИО», то бухгалтерия его воспринимает, как будто он сбрендил и заявляет, что он бумажная запись. И вот на основании своего же вывода о том, что человек сбрендил, бухгалтерия, она же система, решает, что над больным надо взять опекунство и подсовывает ему вексель какой-нибудь, чтобы тот поставил свою закорючку о том, что тот считает себя бумагой. А система берет опекунство, по сути, захватывает права. Но системщики не могут беспределить, так скажем, по полной, потому что они происходят от темных сил или от сил нечисти, как кому нравится. Поэтому они стоят гораздо ниже светлых в иерархии различных вселенских сущностей. А поскольку они не могут полностью захватить права, они оставляют различные пасхалки, чтобы человек, если сам того захочет, смог найти эту инфу и осознать ее. Кто каркает? Ну, например, оставили 100 лет назад такую вот подсказочку. Составили Декларацию прав народов России от 15-го по-новому, по-старому это, от 2 ноября по-новому 1917 года. Новый стиль отличается на 18 дней. Не знаю, почему на 18. Может, потому что 1 плюс 8 равно 9? Если кто знает, напишите в комментах.
Ну вот, в этой декларации они закрепили право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Поэтому мы и воспользуемся этой пасхалочкой. Так для чего же нужно самоопределение-то, спросите? Мы уже выяснили, что система не воспринимает нас как людей, а воспринимает как бумажного человека. И вот для того, чтобы они поняли, что ты – это именно ты, это и нужно. То есть, как говорится, ты понял, что им сказать, чтобы они поняли, что ты все понял, как-то так. Это особенно важно для тех, кто часто общается с органами системы, там, в устном, письменном виде. И так нужно определиться, кто ты есть, и им постоянно напоминать об этом. Для этого составляя коротенькую или длинную, это уже как вашей душе угодно, декларацию, мне пишешь, как ты, кем теперь себя осознал, ну а кто ты? Тут немного пошевелим извилинами, понимаем, что мы с вами мужчины и женщины, и при этом еще живые. Это и логично, ведь бумага не может быть живой, правильно? Никакие имена стараешься не употреблять в декларации при самоопределении. Также никакие юрфирмы типа СССР, Россия тоже стараешься не употреблять. Если считаешь себя мужчиной живым, так и пиши. Ну, например, я вот вам сейчас продекларирую, что я живой мужчина, живо воплощенная в теле человеческом чина мужского. 29 числа месяца Гелит, 7482 лета от сотворения мира по славяно-арийскому летоисчислению. В своих текстах и написаниях обращаться ко мне можете, как Денис. Из чего я пойму, что обратились ко мне. То есть, видите, я сейчас не говорю, что я Денис. Я говорю, что обращаться ко мне так можно. Это две разные вещи. Так вот, каждому посланному документикам прилагаю такое самоопределение, чтобы на той стороне оппонент понял, с кем он общается, кто к нему обратился, чего хочет. Ведь они привыкли обращаться с физическими лицами, поскольку сами и есть физлица, замещающие государственные должности. Физлицо – это еще одна обманка со стороны системы. Сколько раз они конвертируют физлицо бумажного человека, остается только догадываться. Также средства и ресурсы бумажного человека и физлица имеют некую конвертацию. Вот и гоняют туда-сюда ресурсы наши. Физлица – это вообще непонятный термин для меня. Всем чиновникам так вбили в голову этот термин, что они даже не задумываются о нем. Куда-нибудь придешь, спрашивают, например, вы физлицо? Ведь никто и никогда и не спросил, вы человек? Вы мужчина? Поэтому они зашорены. Им вообще никогда уже не проснуться, я считаю. Кто не считает по-другому из вас, пишите, не стесняйтесь. Могут ли, например, сферы обслуживания осознать себя? Ведь у них нет времени даже посмотреть это видео, не говоря уж подумать о чем-то. Так что давайте самоопределяться в лучшую сторону. Ведь от того, как ты определишь себя, зависит в первую очередь и твоя судьба, а во вторую очередь судьба тех, кто рядом. Ведь последние события показывают, что они используют отработанные схемы управления обществом. И эти схемы, как ни странно, срабатывают. Они точно знают, куда надо бить, где слабить. Но не все хотят быть управляемыми. От того, хочешь ли ты быть марионеткой или же стать индивидуалом, индивидуальным человеком, зависит, получится у них очередной бада-бум или нет. Такие рассуждения о самоопределении, если какие-то мысли у кого есть, дополняйте. Мира и добра вам. До встречи.